Друзья, добрый день. Сегодня 3 марта. У нас на рыбалке Николай, который на днях тут щучку все-таки упустил. И две поклевки было. Сегодня, кстати, у него тоже две поклевки было. Живца там утащил, одного поцарапала. Ну, одним словом, ни о чем. С рыбалкой ни о чем. Там окуней 5 небольших поймал и все. А ребят на большой воде оставались на сутки двое. Тоже глух, как в танке. Так что ничего не клюет практически. И, ну, здесь я почистил лед. Сейчас все майны проруби почистил. Вот, здесь у нас затекает. Водичка уже чуть больше стала. Вот так, друзья. Вроде несколько дней оттепель была, а все равно поклевок нету. Как бы. Ну, вот здесь в конце есть поклевки. Вот Николай где крутит. А, лунки бурит, точнее сказать. А так на большой воде вообще глухо. Вот. Так что что, ждем, ждем открытой воды, весны, тепла, солнышко. Вот так. Дальше посмотрим, что у нас тут будет.